Всем здравствуйте, дорогие друзья! Это канал 4 паранормальных кота. Всем привет! Всем привет! И наши друзья Дарина и Милана, а там Богдан и наш верный друг и помощник Искра. Наша собачка. Искрушка. Да, Искруш. Она нам будет помогать. Помощь. И развлекать нас в трудных ситуациях. Что, это наш защитник? Да. Мы с ней путешествуем? Да. Сегодняшняя наша тема — заброшка. Да, мы снимаем аномальную заброшку. Идем по дороге к заброшке. Да, сейчас. Побежали, чтобы было быстрее. Побежали. Вот эта заброшка. Вот она. Вот Искрушенька бежит за нами. Вот эта заброшка. Жуткая заброшка. Да. Не знаю, кто ее забросил и зачем. Потому что если дом починить, будет очень красиво. А сейчас выглядит стрёмно, скажем. Богдан рассказал, что когда-то он видел там какую-то женщину в толстую купальню. Да. Она сидела. Да, он рассказывал. Наверное, вы не увидите, это даже я как-то не увидела особо. Если что, на этом канале все правда. Да. Вот какое-то там есть красное пятно на окне, оно напоминает пятно крови. Вон. И, кстати, подписывайтесь на канал. Да. И ставьте лайки. Если вам видео понравится, обязательно ставьте лайк, нам будет очень приятно. Вот там вот пятно такое. Да, там. Не пожи нормально, то. Я специально показываю, чтобы если вдруг я случайно неровно показала кадр, было видно. Вот, в общем, так. Сегодня день солнечный. Да, сегодня жара, хорошо все. Так, ладно. Там у нас там есть магазин, мы покажем вам сейчас. Пошли, но покажем он, магазин. Он, конечно, заброшенный. Да, он тоже заброшен. Но у него дверь иногда открывается и закрывается, даже когда нет ветра. Ник. Это тоже очень странно. Ник, ладно, покажи участок. Ну, там вон такой участок. Там, видимо, теплица как была, такой, какая-то вот так вот, беседка. Покажи, да. Скажи, что там было такое? Покажи скрупник. Вот искруша наша. Она идет с нами. Как покажешь? Искра, ты куда? Ты их плюешь, что тебе пожить? Искра, ты вообще-то королевская порода. Ладно, там веет машина, все что? Пошли. Вот тут такие вот липы. Тоже все красиво, природа. Все красиво, хорошо, природа. Вон там дверь того магазина, она опять открыта. Вон, видите, перски? Дверь открыта. Угу. Тут небольшой ветерок, вон колоски шатаются. Ну, небольшой, но... Вообще, он маленький. Ну, покажи на колоски. Чуть-чуть маленький. Да, видите, он чуть-чуть шатается. В общем, так. Ну, все, что вы хотели показать.